У вас все в порядке, да? Замечательно. Сначала обход. Александр Вайнтруб заходит во все палаты ортопедо-травматологического отделения. Сейчас оно переполнено. Более 40 пациентов. Увечья здесь лечат разные – переломы, вывихи, также оперируют плоскостопие, могут поставить эндопротез, устранить усложнения после перелома. Каждый сезон ему свойственно свой вид травмы. Зимой одна травма, летом другая, летом из крыши упадут на стройке. Зимой, конечно, гололед вносит свои коррективы. Плюс весна-осень, никто не отменял садоводческие мероприятия. За день местные хирурги могут провести 6 операций, а за год – 1000. Сегодня в графике эндоскопическая артроскопия коленного сустава. Если проще, то операция на колене с помощью двух разрезов. Через один вводят инструмент, а через другой – маленькую камеру. Вот видим поврежденный мениск, вот видим поврежденный хрящ сверху. Операция прошла не без сложности. Изначально хирурги рассчитывали, что поврежден только один мениск, но в процессе оказалось, что травмированы два. Процесс из-за этого затянулся, но врачи устранили оба повреждения. Через полчаса пациентка рассказала нам, что и травмы тоже было две, причем давно. Выходила с магазина, запнулась и упала на колено. Это было 8 лет назад. А полгода назад просто села на стулку, хотела передвинуться, и вторая травма получилась. Искры из глаз, резкая боль. Но тянуло время, думала, пройдет. Два дня холод. Сегодня постельный режим строгий. Не ходить, не вставать. А с завтрашнего дня уже можно ходить и вставать. Александр Вайнтруб в медицину пришел не случайно. Он много лет наблюдал за своим отцом, Станиславом Вайнтрубом. И сегодня сын делает ровным счетом то же самое, что отец. Он, когда учился в школе, постоянно интересовался, чем я занимаюсь. Когда заканчивал школу, сказал, что пойдет только в медицинский институт. Ну а по окончании института сказал, что я буду работать в отделении, где работаешь ты. Более того, сейчас готовится третье поколение медиков в семье Вайнтруб. Старший сын Александра заканчивает 9 класс и всерьез думает продолжить династию травматологов. Дарья Демиллер, Николай Шелко, «День с толком».